Для удобства лепки сохраните или сделайте скриншот этих фото готовой работы, для понимания пропорций в процессе лепки. Всем привет, это не совсем мастер-класс, а скорее пособие как слепить декор оборотни. Камера снимала из одной точки, вероятно это не лучшее решение, но я не планировал, что буду делать описание работы, это пилотный выпуск. Напомню, в ролике я лепил из пластилина, вы делаете из полимерной глины, чтобы раскрасить и закрепить на чашке. Начинаем лепить, видео будет немного ускорено, обычная чашка, я буду лепить из пластилина так, как делал мастер модель под отливку. Смотрите, повторяйте, если будет что-то непонятно или не получаться, то напишите мне, подскажу и расскажу, как поправить. И не забудьте сверяться с пропорциями трех фотографий, которые я выложил в начале ролика. Набираем общую массу пасти волка, не забывайте сверяться с фото. Глазные впадины сделаны по углам круглым стеком, миллиметров 5, расстояние между глазами 1,5 сантиметра. На этом этапе должно выйти примерно вот так, если ничего не вышло или непонятно, скиньте мне фото вашего процесса. Начинаем черновое прорабатывание формы и волокон шерсти. Глаза это шарики миллиметров по 5, расстояние между ними где-то 1,5 сантиметра. Делаем складки на носу, так как волк скалит пасть, сверьтесь с фото, которое я выложил в начале ролика. Зубы размером миллиметров 5, верхние клыки чуть больше 1 сантиметра.
На этом этапе должно выйти примерно так. Добавляем уши и более детально укладываем шерсть. Длина ушей 5 см, ширина у головы 1 см. На этом этапе, с ушами, должно выйти примерно так. Не забывайте сверяться с фото. Прорабатываем десна. Длина нижних клыков 1 сантиметр. На этом этапе должно выйти примерно так. Делаем язык, длина примерно 3 сантиметра, ширина у основания 2. На этом этапе должно выйти примерно так. Делаем детализацию, прорабатываем десна, шерсть, сверьтесь с фото, не забывайте про проработку шерсти в разных направлениях.
набрасываем шерсть на шее волка, делаем разные направления. Это мои инструменты для детализации шерсти. Вы можете использовать иглу или тонкий стек. Детализируйте шерсть в разных направлениях, не делайте линии ровными.
Финал. Прорабатывайте детализацию, сверьтесь с фото. Финальный результат должен получиться примерно таким. Если что-то не вышло или было непонятно, напишите мне, помогу доделать или что-то подсказать.